известный российский артист балета Николай Цискоридзе, а ныне ректор Академии имени Вагановой, раскритиковал номер участников нового выпуска телепрограммы «Ледниковый период» за неправильное осмысление классики. В этом вопросе с ним поспорил постановщик проекта Илья Авербух. Споры вызвал номер фигуристки Екатерины Бобровой и российского актера Макара Запорожского, которые выступили под музыку известного советского фильма «Жестокий романс». Практически все члены жюри поставили паре высший балл 6-0, кроме бывшего премьера Большого театра. Цискоридзе снизил паре балл до 5,8 за неосознанное восприятие классики. Больше всего танцовщик задел финальный жест, который звезда метода показала зрителям — кулак. Что касается самой темы, давайте не забывать, что текст был Ахмадулиной, и Сергей Сергеевич Маратов намного более тонкий персонаж. Если бы в конце взяли яблоко и раздавили его, это я понял бы. А вот кулак здесь было бы неуместно, заявил Николай Цискоридзе. С позицией судьи не согласился автор всех постановок на проекте Илья Авербух. Он подчеркнул, что жест является прямой цитатой из фильма, на что артист балета призвал его еще раз пересмотреть классику. «Давайте вместе посмотрим», — эмоционально выкрикнул постановщик. «Илья Авербух, что ты споришь с Николаем Цискоридзе? Он прочел столько литературы, столько классических книг, пересмотрел столько фильмов, что вам, ребята, и не снилось. И что ты споришь с гением?» Любят спорить. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.